хочешь, просто там информация любая. Но надо знать, откуда читать. Ну понятно. Это уже по делам, да? Да. Ну понятно. А то бы я вас отвез в Гарни сейчас, блядь, там тысячелетние, блядь, прелести посмотрели. Блядь. Ну дай свои мобилы, мы тебе завтра позвоним. Карточки есть? Да? Карточки, а что карточки? 450 858, Сергей, пиздец. Через 093, что там говорит? Ну, за полчаса, наверное, раньше надо звонить, чтобы мне пришло. Откуда я знаю, где я? Только что я был в Кемакере, а сейчас я здесь. И сколько в Гарни съездить, сколько ты берешь? В Гарни, когда я нормально езжу, по километрам. В Гарни отсюда туда, допустим, 30 километров, это я тебе точно говорю. И сколько? Ну, я Водолей, Водолей не врут, слушай. Ты спроси, ты кто, а я тебе скажу, и ты поймешь, блядь. Водолей мы не любим неправду, да. Понятно? Мы такие, мы созданы для чужих бед. Там так и написано, если вы гороскопом увлекаетесь. А про скорпионов что пишет? А скорпионы, мой сын, то же самое, бля. Они очень умные, бля, а у них идеи большие, бля. Они должны реализовать свои идеи, бля. А рыбы? А рыбы, они, бля, хитроумные, бля. Точно, бля. Так ты гороскоп читаешь? А близнецы что? Слушай, близнецы тоже нормалек. Короче, один ты у нас. С вами хорошо, что петуха нету с вами. И это, льва нету, бля, с тигром вместе, бля. Это вообще, бля, хуйня, бля, получается. А в гороскопе петуха ведь нету. Петухи, они, бля, как это? Петухи, они, бля, на голодный желудок, бля, голову держат и сахар всегда. А, да? Но здесь да? Таких много, наверное. Да, да хуя. Вот именно, что здесь все петухи, бля. Блядь, такой вопрос, говорят, в Армении, говорят, когда сифилиза, это не будет, блядь, спида, блядь. Говорят, зачем, блядь, все гандоны, блядь. Такой, мы слыхали, бля, хуй в интернете там прощается.